недель назад сказал такое: наведи порядок в доме, чтобы я дал вам еще один дом. У нас просто три подвала. В одном подвале вещи наши и Библии, в другом все для лагеря, куда мы выезжаем, кастрюли, там лавки, ну, церковная утварь завалена еще в одном подвале, потому что с лагеря, когда приезжают, палатка церковная, все там. Есть на работе подвал, там тоже половина наших вещей, половина церковных. И знаете, Бог сказал: наведи порядок в доме. Сегодня в 5 утра он меня поднял, я говорю: Господи, ну еще час полежать. Он говорит: нет, я встала, все окна перемыла. Знаете, когда у нас будет порядок вот здесь, в сердце порядок, в доме порядок, Бог нам доверит и здание, чтобы оно не было брошенным, чтобы оно было нашим зданием, в котором мы бы могли приходить, наводить порядок, окна мыть, все вместе, это очень сплачивает, братья землю копать там, ну, сестры цветочки садить. Я не знаю, что Бог нам еще покажет, но это здорово. Ну, делюсь своим откровением. В 5 утра встала, окна помыла и говорю: все, Господь, готова принимать.